Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я вам еще раз хочу показать методику, которая называется «Опосредованное запоминание по Леонтьеву», но не простую методику. Вы знаете, существует один единственный вариант этой методики для взрослых. Для детей младшего школьного возраста и старшего школьного возраста существует два варианта. То есть для взрослых один, а для детишек два варианта. Вы сейчас видите один из этих вариантов. Всего их два. Я вам показываю первый. Соответственно, в первом варианте методики опосредованное запоминание по Леонтьеву для детей всего 9 карточек. Вы их сейчас видите на своем экране. Ни больше, ни меньше. Никакие другие варианты неприемлемы. Собственно, на этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!